Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами God Hunt, и это про серия Shadow Company. И это криты. Думаю, ворвусь, мать, с самого начала, но не заехала. Итак, сегодня открывают игровой день ребята из Equinox Team. Играть они будут против Детоксов. Можем пройтись по составам, пока ребята опять крашнули. Это Steady Aim, Walt Disney, Gold Apple, Grace, Dead Lucky представляют Equinox Team. А вот Детоксов представляет один Браво Зен, судя по всему. И 4 тиммейта, я так понимаю, вылетели. Ну, либо у меня что-то с комнатой. Сейчас проверим. Нет, 6 человек в комнате, значит, 4 краша состоялось. И это печально. Просит пересоздать комнату. Появился баг какой-то с комнаты. И будем рехостить. Пам-пам. Что-то нехорошее начало сегодняшнего дня. Первая игра доставляет уже много не нового. Много стабильного, так сказать. Мужик краш опять в действии. Тан-тан-тан-тан-тан. Ребята создали, да, 3 игрока Детокс тут. Летают эквиноксы. По 4 и скоро ворвется последние двое. И я думаю, начнется. Будем надеяться, что в этот раз с третьего-то раза у нас получится. Вы смотрели 2 блока, потому что с первого раза не получилось. Поэтому я решил вам показать еще рекламки. Куда интереснее, чем лобби. Вот тут ребята из Equinox уже подмошнили насчет что-то видео, протроллили по поводу того, что немного видео будет весить. Судя по всему, собираются запрашивать. Не знаю, в чем там проблемы. Возможно, опять кому-то не нравится, как кто-то играет на праках. Ну и ждем. Ждем Стадиаима, Бабашку и Бравзен. Поехали, пишет минус. Да, стартуем. Пора, пора стартануть. Пора, па-па-па. Да, тут гоу. Тишуются, ребята. Тут ли я? What we waiting for? Чего мы ждем, дорогие друзья? Пора уже устроить зарубу, кровище, мясище, все дела. И краш. Пам-пам-пам-пам-пам. Я не верю в чудеса. Что-то мне никто не отвечает, не хотят со мной разговаривать. Или у меня опять что-то с комнатой. Второй игрок вылетел. Ну это беда. Грейс пишет, надо менять сервер. И что-то опять не так. И, судя по всему, приходит уже не свап комнаты, а свап сервера. Вечное ожидание. Надо узнать у ребят. Так, вот, Eastside. Врываемся на Eastside. Что-то у нас не задалось сегодня с первой игры. Это GTM. Машники детокс на ранкинге, не понимаю, что там имелось в виду. Сейчас уточняю игроков, где они создадут, чтобы ворваться, потому что на Исайде что-то ничего нет. Здесь маленькая Италия, но это не то. Может, Квинкс? Это Квинкс уже, по-моему, кто-то... А, да, тут. Врываемся. Пароль ребята поставили и
Ждем старта. Готовы, готовы, готовы к бою. Сейчас и ворвемся. Можете передавать приветы в чатике. Также обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте follow, там вот, чтобы сердечек прибавлялось. Ну а мы ждем. Ждем вступить в бой. Есть, появляется кнопочка «Вступить в бой». Осталось надеяться, что все прогрузятся. Играться будет селение в пустыне. Detox, если я не ошибаюсь, будут защищаться. Ну а Equinox, соответственно, в атаке. Почти прогрузились, одного игрока не хватает, что он не ворвется и будет выход. Да, есть выход, и мы ливаем. Мы ливаем со стройки. У нас опять привет, эксплит, да? Так, все хорошо вроде. Пока что все работает. То краш не прогрузился, пишут. Не заехало. И такое бывает в этой игре. Инжект не зашел, пишет Gold Apple. Легкий троллинг по поводу инжект читов. Тролль что? Пишет Мунес. И ждем. Ну где же пятый игрочок. Игрочок, игрочок. Кстати, штуку покажу по экрану проедет. Оп! Это ножевые фраги можно вставлять. Я думаю, это коронный должен быть. Коронный фитч тафы. Просто. Контакт в доме. Жесткий хедшот. Обстановка в чатике накаляется. Ребята уже такие готовы. Готовы замеситься, но не представляется пока возможности такой игрой. Передаю привет всем из бывшего состава TARTS-G. Привет бывшему составу TARTS-G. Смешно. Смешные шутки в чатике. Но мы ждем врыва. Ждем Грейса. Грейс, Грейс, Грейс. Врывайся. Стартует бой, ждем кнопочки и дай бог с четвертого-то раза ворваться. Появляется Кнопелла, врываемся. По 4 игрока есть уже, это намек, намек на старт. Пятый игрок у Детокс врывается. Ой-ой, 10 игроков на сервере и осталось вот, осталось без вылетов отыграть. Итак, Лаки и компании будут атаковать. Малфлой и компании будут защищаться. Посмотрим, что получится. Бабашка контролит сейчас уже пробег на альфу и щелкает первый фраг. Первый фраг отлетает ДТ Лаки, ему прилетает толпа гранат. Ребята тем временем дропнулись на крышу и сейчас, наверное, будут давить бабашки. Очень-очень лоу хп. Бабашка щелкает второго. Граната прилетает Грейсу. 19 хп остается. Волт Дисней тут разменивает бабашку в прыжке. И ситуация 3 в 4. Пока что у атаки не заехало немножко. Но посмотрим, как они будут исправлять. Стыдиаим вот сюда с огромным дробовиком прыгает под альфой. Готов, наверное, ворваться. И Волт Дисней приходит к нему на помощь. У него тут целый набор оружия. Шугает минуса. И должен сейчас встретиться с... Да, есть минус. Видит его, забирает его стадиаим. 3 в 3 ситуации. Пропрыгивает.
чекать Малфлоя, но не получилось. Вот Walt Disney собирался... Нет, не собирался, пропушил перемычку. Грейс забирает двоих игроков, остается один Малфлой, один в три. С ВП выходит с респа, 33 секунды у нее есть на раздев. Выпрыгивает и с перемычки он сейчас должен зачекаться. Да, чекается с перемычки и первый раунд залетает в копилку Equinox Team. Второй раунд. Стадиаим теперь контролит СВП, видит минуса. Попадает, но не убивает. Пролетает, так сказать, рейл. Грейс взрывает Малфлоя. Минус уже рыдовый. Детелаки получает огромное количество дамага от минуса и погибает. 4 в 4 ситуация. Минус рыдовый, но хватило ему, чтобы забрать игрока. Стадиаим опять под альфой находится с дробовиком. И что, будет врываться? Нет, не стал врываться. Ждет респа. Бабашка закрывает Гулдепла. Под альфой находится Стадиаим, зачекал плент, никого не нашел, Walt Disney на лестнике. Видит Малфоя, нет, Малфой забирает, Мунес, нет, Мунес забирает, Грейс нашивает сверху бабашку, остается 1 в 3, ну у него 4 фрага то есть, фраг лидер своей команды явный и, возможно, потащит. Тайма достаточно, 2 минуты, можно творить что хочешь. Начинает мансовать Грей. Грейс дропается на крышу и ну, что-то пока не находит. Энеми, энеми есть в альфе, энеми есть за бетой, и энеми есть на крыше. Вот с крышей сейчас должен встретиться. С Мунезом сейчас встретится, начинает стреляться, забирает Мунеза, теряет всего 18 хп. Минус красный, в альфе сидит и может получится его забрать. Тогда ситуация уже один в один будет, но по хп, можно сказать, так равны. Вот теряет еще восьмерочку на прыжке. И продвигается к палатке. Не знаю, зачекал или нет он Браво Зен. Браво Зен там стрейфился и на контроле начинает подползать. Тайм есть. Можно и присесть. Грейс. Минут еще есть. Минус контролит перемычку. Браво Зен сидит в плынте. Что, от третьего лица чекается? Интересно, отсюда перемычка или нет. Ждет аркады. Всего минута остается и... Придется сейчас все равно выходить, стреляться. Видит минус сверху, минус ставит хедшот. И счет становится 1-1. Детоксы забирают свой первый раунд. Итак, что, быстрая аркада? Я вижу Грейс ломится очень быстро. В ответ прилетает Хае, нет, никого не коцает. Лаки контролит СВП, Голдепл откидывает тоже крышу. Стадиаим контролит пробег. Грейс получил минус 50 хп. Вот стоит он почему-то на... А, он ожидает. Ожидает аркады девятки, но аркады девятки не будет. Браво Зен стоит достаточно далеко. И с ним еще тут два игрока. Вот сейчас крышу держит аж три человека. И двое держат бету. Альф полностью открыт и отпущен. Туда можно зайти и делать что хочешь. Но никто туда не заходит. Стадиаим. Савапом стрейфится возле альфы, но... Внутрь даже не пытается зайти. Walt Disney. Крыша. Пытается проползти с калашом вот тут по ребрышкам этим. И что, будет пропрыгивать? Да, пропрыгивает к перемычке. Есть ли перемычки народ? Нет. Мне кажется, стоит зайти в альфу. Открыто, можно поставить. И уже в пятером потом дефу. Чекает перемычку, никого нет. Детелаки тем временем уже в альфе, что ставит бомбу. Да, поставилась бомба и посмотрим. Атаки придет сейчас. Бабашка взрывает сам себя. Стадиаим забирает крышу. Детелаки забирает Walt Disney. Тоже забирает Малфлой. Ситуация уже 2 в 4. Выпрыгивает в спину Мунес. Начинает нашивать игроков. Браво Зен помогает ему. Минус Стадиаим. И 2 в 3 уже. Браво Зен забирает четного игрока. Лаки запалился. Walt Disney ставит хедшот по Мунесу. Остается один Браво Зен. Ну, 15 секунд у него все равно всего остается тайм. Он спускается по лестнице. Есть в перемычке игрок, есть в альфе. Палит Walt Disney, начинает нашивать. Но нет, Walt Disney его забирает. И счет становится 2-1 в пользу Equinox. Под бету будет позиционироваться атака. Ребята очень быстро ломят. Если только сейчас свернут вот в темке, но не факт. Есть откиды на девятку. Детелаки получает где-то хае. Он здесь в упоре стоял. Видать, ему кто-то прокинул. Чекает он плент. Никого не видит. Хотя там сидит бабашка. Мунес тоже, кстати, рядом. И начинается атака.
Стадия им. Контролит крышу. Сейчас Мунес, возможно, засветится на крыше. Ой, сейчас Тедди может прилететь. Он не вовремя отвернулся. Где-то есть перестрелка. Голд Эппл стрелялся. Голд Эппл, судя по всему, стрелялся с девяткой. Уже вплотную он стоит к пленту. И пора врываться. Я думаю, не ждать стяжки пяти игроков. Бабашка уже с Мунезом находится под респой. И готовы хелповать своим тиммейтам, которые держат бету. Начинается наш шив. Голд Эппл зачекал бабашку на респе. Проходить-то все равно придется. Вот Грейс там, конечно, стоит под темкой. Возможно, это будет выход и альфа. Все тихо. Большие перестрелки. Лаки подошел вплотную. Волт Дисней стреляется с девяткой. Бравзен куловый. Волт Дисней отваливается от него. И, возможно, сейчас будет аркада. Бабашка забирает еще одного игрока. Остается уже 5 в 3. Стадия им отвечает фрагом по бабашке. И Лаки. Видит Мунеза. Пытается с дигла нашить. 7 хп остается. Кидает гранату под ноги. Мунез забирает Лаки. Малфой ставит хедшот по стадии им. И остается один Грейс. Грейс тем временем находится на альфе. Забирает сейчас минусы. И 1 в 3. Да, ровненько-ровненько ребята идут. Видит Бравзен за чеком. Вряд ли будет выходить стреляться. Бравзен в прыжке. Пока перепрыгивал. Поставил плюшку. И счет становится 2-2. Квинокс, Детокс. Наравне, наравне пока ребята идут. Нету преимущества ни у кого. Голд Эппл откидывает гранаты. Грейс что, дропнулся? Да, дропнулся на чужую крышу. И контролит. Может сейчас спустить Голд Эппл. Опять получает хаешку. Остается у него гроши прям. Буквально на одну тычечку. Волт Дисней, Грейс ждут аркады с крыши. Но Эннами пока аркать не собирается. Стадия им тем временем пробрался в альфа. Волт Дисней забирает минуса. Стейди ждет смещения и перемычки. А если оно? Нет, нет смещения. Мунез забирает ДТ Лаки. Ситуация 4 в 4. Ставится бомба. По ХП все примерно ровненько. Браво Зен идет давить Темку. И давайте посмотрим от него. Нет, он пришел все-таки на купол. Встречает Голд Эппла. Красный Голд отваливается, но оставляет 19 хп. Браво. Грейс забирает Мунеза. Малфлою тоже так же бреет. И посмотрим, получится ли еще кого-то набрить. Бабашка забирает Волт Дисней, контролит Браво Знейн. Грейс забирает уже минус 3 в этом раунде. Остается бабашка, которого закрывает стеди. И 3-1 в пользу Эквинокс счет становится. Ой, 3-2, извините, пожалуйста, за оговорку. 3-2 счет становится. Очень ровненько. Но они по очереди так раунды нагребают. ДТ Лаки пробегает по дальней, контролит. Стыдя им опять подбегает вплотную к альфе. Что будет врываться? Здесь есть игрок, он его зачекает. Что пойдет с дробовиком пушить? Да, идет пушить с дробовиком. Раз патрон, два патрон. Стэдди забирает Мунеза. Разорвал его прям дробью, так половину хп потерял. И 5-4 становится ситуация. Контролит, контролит он лестницу. Волт Дисней разменивает минус. Бабашка, Стэдди им ставит фраг в пленте. Малфлой забирает Волт Дисней. 3-2 ситуация. Стреляется, стреляется с перемычкой. Бабашка закрывает стеди Аима. И есть инфа по последнему игроку. Посмотрим за его действиями. Но я думаю, ребята будут отыгрывать очень аккуратненько. Грейс пробегает тем временем на бету. Что будет ставить? Ну, я бы поставил. Он остается почему-то контролить бабашку, который сейчас может выйти и поставить ему. Бабашка идет аркадить бету. Ставится бомба. Что, бабашка не понял, что бомба на бете? Лоу, он только сейчас понимает, бабашка, что бомба на бете. Грейс начинает ему нашивать в бочину. И 4-2 в пользу Эквинокс. Последний раунд перед сменой сторон у нас. И посмотрим, как ребята будут справляться за противоположную, за другую сторону монеты, так сказать. Итак, аркада под бету. Голд Эппл, Грейс, Дезлаки вот бегут очень быстро. Бабашка будет их встречать. Контролит он с ВП сейчас пропрыг Хаммеру, но его пока что нет. Никто не идет к Хаммеру. Халдят ребята за автобусом. Промахивается бабашка. Стыдя им прошел за Хаммер. Что будет выцеливать? Пытаться... Да. Еще одна попытка фрагнуть от бабашки. Дилаки подходит вплотную, выходит сам на зум. Получает за это. Стыдя им промахивается. По нему же промахивается бабашка. Уже 3 человека на бете готовы принимать. Так, бабашка 46 хп. Промазал по Голд Эпплу. Голд Эппл в упоре. Что будет проходить? Ну, там за плентом, конечно, его ожидает сюрприз. Или стяжка. Да, была стяжка, но бабашка на этой стяжке попал по Голд Эпплу. Стоит АИМ. Сова П спускается. Выходит лестницу. Чекает минуса, но не попадает. Малфой забирает на крыше. И, судя по всему, 5 в 2. И счет, наверное, станет 4
3. Но пока что есть надежда еще. 2 в 5, ребята. Бабашка половинчатый, и, возможно, получится его забрать. Walt Disney. Контролик, спуск по лестнице. Полтора минуты остается. Бабашка забирает Walt Disney. Остается один Грейс, которому придется сейчас аркадить. Ну, 1 в 5. Надо делать минуса. Нужно что-то себе... Зачекали его, еще и упал. 40 хп потерял. Видит Браво Зен. Браво Зен ему нашивает. И это 4-3 и смена сторон. Парам-парам-пам. Смена сторон проходит и... Понеслась. Лаки теперь в атаке. Ребята пушат бета очень быстро. Малфлой, минус, пробегают уже вплотную, откидывают крышу и будет заниматься плент. На крышу прилетело две гранаты, покоцался Gold Apple. И занимается она. Посмотрим, как ребята будут дефить. С перемычки уже стреляют. Малфлой пытается поставить плент. Ему прилетает хае прям под ноги. 19 хп остается. Еще одна попытка поставить. Еще одна хае. И все-таки второго раза взрывается. Walt Disney взрывает Малфлой. Тут и Лаки дает размен по минусу. Бабашка тут же разменивает СВП Gold Apple. И смотрим, что происходит дальше. 4 в 3 ситуация. Бабашка разменивает Грейса. Мунес сейчас получает очень большое количество дамага. Но Walt Disney тоже красный. И 3 в 3. Walt Disney находится на респе. Стыдя им на крыше, да ты лаки контролит перемычку, и поставить бомбу вряд ли получится. Поэтому придется делать минуса. Да ты лаки забирает бабашку. 3 в 2. Все тихо, никто не агрессирует. Вот где-то бабашка вылез, его накрыли сразу же. Мунес подошел, зачекал от третьего лица, что будет выходить стреляться. Откидка в плент была, но там никого нет. Браво Зен стоит за плентом. Просто ждет чего-то. Не пытается никого отстрелить. Walt Disney уже сместился на крышу на другую сторону. И, возможно, сейчас выйдет с девятки. Да ты лайки сместился аж под альфу. И что, пойдет аркадить? Стыдя им где? Стыдя им контролит плент. Не дают поставить от третьего лица. Walt Disney идет в аркаду. Все-таки ставится бомба на бете. Walt Disney забирает первого игрока, остается один Браво ЗН против троих. И вот сейчас проблем будет. Забирает Walt Disney, тут же отвечает ДТ Лаки, это 5-3 в пользу Equinox Team. Ну да, атака была очень быстрой. Итак, что атака... Очередной раз ребята пытаются атаковать бету. Браво Зен идет на крышу и посмотрим, что будет аркадить. Откидывает девятку пока что. Стыдяим уже закрывает бабашку. Вырывает большинство своей команды. Стыдяим закрывает второго игрока. Вот нащелкал-то на бете. Мунес и еще игроки под ним откидывают ему гранаты, но они не долетают. Стыдяим должен... Что? Ну да, он пока фуловый и готов перекрывать чем. Малфлой пробежал за плент. Браво Зен получил плотненько дамага. И ДТ Лаки также по ХП потерял. ДТ Лаки забирает Мунеза. Девятка забирается Gold Apple. И остается один Малфлой, которого зачекали. Лаки его забирает. Это 6-3 в пользу Equinox Team. Вот бабашка двенашку настрелял. Фраг-лидер явный своей команды. Тащит на себе команду вперед. Но пока что больше не получается у команды. Ой-ой, бабашка закрывает Лаки. 13-й фраг. И Грейс будет встречать Альфу. Бегут уже к нему, закрывает Малфлоя хедшотом. Ой-ой, как принял-то. И ждет. Ждет еще игроков. Кто-то упал, он должен был слышать, если это был не Walt Disney. Это Walt Disney, судя по всему, рухнул. И Грейс со стадиаим собирается принимать. Бабашка здесь в упоре. Минус Браво Зен. Погибает Мунес от хедшота Gold Apple. Полетают гранаты, через стенку коцают. Walt Disney забирает Браво Зен. Остается минус, и бабашка стоит на крыше. Gold Apple пытается нашить. 55 хп у минуса. Пытается сейвиться как-то. Забирает Gold Apple. Walt Disney тут же отвечает по нему. И остается один бабашка, который останавливает бомбу на альфе. 1 в 2 ситуация. Ставится бомба. 83 хп у бабашки. Walt Disney очень красный. Спустился. Должен был зачекать его бабашка. И бабашка начинает играть на тайм. Видит Walt Disney. Прошил. Walt Disney буквально один хит. Walt Disney ставит хедшот своими там 18 хп. И 7-3 в пользу Equinox.
Пошли матчпоинты, 4 матчпоинта как минимум есть у команды Equinox, и всего лишь один раунд осталось выиграть до заветных 3 очков. Посмотрим, получится ли. Грейс под Альфой, Лайки с ним же, минус с Мунезом находится под Беттой, минус уже занял Хаммер, контролит. Все, пока тихо, тихонько, никто нигде не стреляет, все боится ошибиться. Команда сейчас атаки, конечно, боится ошибиться, потому что Уолл Дисней зачекал это дело, видел минуса. Есть инфа по одному снайперу. Грейс подходит вплотную уже к Альфе, ну, можно сказать, проаркадил. Контролит половину карты. Уолл Дисней забрал чужую крышу, за это его наказал бабашка. И 4 в 5. Голд Эппл должен там стреляться на девятке, стреляет с Малфлоем. Ну, по половине хп, грубо говоря, потеряли. Голд Эппл смещается. Подношил чуть-чуть. И вот Грейс там может принять бабашку. Если бабашка пойдет дальше. Браво Зена нашивает Грейс. ДТ-лаки забирает бабашку и уже выигрывает преимущество для себя. Стадиаим там должен был стреляться с минусом, но минус его забрал. И сейчас бета-арк открыто, так сказать. Ну, Лаки вот может проконтролить все это дело. С перемычки ставится бомба, я так понимаю. Да, поставилась бомба на бете. Минус выходит за палатку. И Лаки с Грейсом начинают смещаться. Голд Эппл пытается нашить. Нет, Мунес его забирает. 2 в 3. 30 секунд. И нужно что-то делать. Дропается игрок. Малфой не сшивает Грейса. И 7-4. Парам-пам-пам-пам. Начинают огрызаться атакам. Забирает свой первый раунд за атаку. И, ребята, и, возможно, это только начало будет положено. Грейс пробегает в Альфу. Бабашка его пропустил. Браво Зен с Малфлоем на крыше. Минус. Опять подполз под Хаммер. Все, пока тихо. Вот Грейс в этот раз держит закрытую. Уолл Дисней. Что, выходит стреляться? Зачекал минуса, но минус поставил ему за это в тушку фраг. Минус пробегает тут же сразу за бету. Занимает позицию. Видит стадиаима. Промахивается. ДТ-лаки забирает Мунеза. Минус забирает стадиаима хедшотом. Лаки тем временем забирает Браво Зен. Лаки делает 3 размена уже за плентом. И что творит? Голд Эппл тем временем поджал. Получил хедшот. И 1 в 2 остается Малфлой. Давайте посмотрим, что будет делать. 2 минуты у него есть. Есть тайм по полу. 64 хп. Если отдает сейчас этот раунд, то беда. Чекает Грейс, начинает нашивать. Грейс в ответочку, 30 хп всего оставляет Малфлою. Грейс сам фуловый фактически, там может 90 хп. И у Малфлоя проблемы. 30 хп, минута 50, нужно что-то делать. Лаки здесь отлично отыграл, сделал уже 3 минуса в этом раунде. Фактически подарил раунд, несмотря на то, что размен первый был не в их пользу. Сумел все вернуть, да еще и нахоботить преимущество. Малфлой. Ну что, 1,5 минуты придется прыгать. Здесь сидит Грейс на лестнике, я так понимаю. Да, на лестнике сидит, дропается Малфлой. И скорее сейчас заберется в спину, да, забирается в спину. И это 8-4 в пользу Equinox. Никуда не уходите. У нас небольшая музыкальная и блоковая пауза. И продолжим. We'll be right back.